Привет, друзья! Снова с вами я, Виталий, канал VitalWay. В этом небольшом, очень маленьком видеообзоре я вам расскажу о своей покупке Боя 8. Вот она, это петличная радиосистема. Она мне нужна была для того, чтобы мне удобно было снимать интервью. Если вы смотрите за моим каналом, вы видите, я снимаю, беру интервью у известных, знаменитых, интересных людей. И мне надо два микрофона, потому я купил именно с двумя рациями и приемник. То есть это радиосистема на две петлички. Она мне нужна была. Итак, мы ее сейчас коротко протестируем. Сразу скажу, никаких забегов 100-метровок не будет. Когда я смотрю тесты по метражу на эту радиосистему, это выглядит, вы знаете, смешно. Мне смешно, когда ребята бегают на 100 метров, я говорю, о, 100 метров! Кому надо съемки на 100 метров? Нафиг они нужны. Смешно просто вот эти вот бега на 100 метров ваши. Итак, ладно, мы сейчас с вами протестируем систему эту. Просто на звук. И все. Вот такой вот кейсик существует. И сразу на вопрос, за сколько ты ее купил? Я ее купил за 5350 гривен. Вот, 5350 гривен. Гарантийный талон на 12 месяцев и паспорт. Вот такая вот с ней шла макулатура. Также что здесь идет? Петличка, ветровичок и прищепочка. Вторая петличка и для базы. Я заранее купил 6 аккумуляторов. Итак, один приемник. Вставляется батареечка вот сюда. Сейчас я быстро вставлю батарейки, чтобы не задерживать ваше внимание. И потом мы с вами протестируем эту систему на предмет, как же она шумы, скажем так, убирает, или, правильно сказать, не поглощает. То есть сейчас звук пишется на встроенный микрофон моей видеокамеры. Это Sony 900, которую я тоже делал видеообзор. Вы видели, я ее недавно купил. Пишется в стереозвуке. Вот все, что у нас есть. Так, это переходничок мы ставим сюда. Это в камеру будет. Так. Микрофончики, петлички вкручиваются вот сюда. Здесь нарисован микрофон. Также здесь есть вот такие вот гаечки. Можно зафиксировать, чтобы неожиданно не выдернулось. Так, включается радиосистема. Нажали, удержали. Видите, да? Включилась. Вторая система также. Здесь настроек минимум. Мы можем выставлять только какой канал. Их здесь 20. Сейчас я вам скажу. 48. Итак, по умолчанию здесь стоит канал. Здесь канал 01. По умолчанию звук стоит также на 24. Включается сбоку база. Смотрите, сейчас загорелись две синие лампочки. Здесь синие лампочки горят. Это значит, что они законнектились, то есть нашли друг друга. И они уже готовы, в принципе, к работе. Здесь еще одна есть такая фишка. Чтобы отключить один из микрофонов, мы можем вот здесь вот так вот движение сделать. Класснуть один раз, и микрофончик, вот такой крестик появится, видите? То есть он стал неактивен. То есть это можно использовать, если надо выключить один. Также кратковременным нажатием он возвращается в рабочее положение. Теперь я оператора попрошу включить радио. То есть мы создадим с вами сейчас посторонние шумы. Сейчас включится радио, и это будет как бы посторонний звук, который ловит встроенный микрофон. Вы слышите, да, сейчас радио звучит.
настроенный микрофон ловит, мой голос, скорее всего, слышит. Ну, трудно. И мы сейчас подключим петличную систему и посмотрим, как же это при этом радио работает петличка. Сейчас мы работаем на петличку, то есть радио работает с такой же громкостью. Мы его сделали не тише, не громче, а так же само, как мы писали бы на встроенный микрофон камеры. Сейчас мы пишем на петличку, это канал А. Сейчас я отключу канал А и включу канал Б. Канал Б у меня сейчас отключен. Сейчас я пишу, это канал Б, то есть громкость по умолчанию стоит 24, то есть все должно идти в записи нормально. Сейчас я включаю второй канал. Ну и у нас сейчас 1, 2, 3, 4, это канал Б, 1, 2, 3, 4, это канал А. Все, можно выключать, да, радио. Ну, сейчас вы слышите, да, радио выключили. Ну, может быть, немножко лучше. Сейчас мы опять включим микрофон встроенный в камеру. Ну, вот такой вот небольшой тестик петличной системы Боя 8, которая мне необходима была. В общем-то, я вам скажу так, если честно, откровенно, звук, конечно же, ну, скажем так, не профи, но за 5300 гривен радиосистема с двумя петличками, как говорится, что вы хотели. Если вы хотите купить профессиональный, то Sennheiser стоит, это она выложить будет 23-24 тысячи гривен. Так что, такой вот звук есть. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте класс. Делитесь им со своими друзьями. С вами был Виталий и канал Vital Way. Пока!